Вот говорят, человеческая жизнь коротка. Так-то оно так. Но если зверь, родившийся на твоих глазах, умирает на твоих глазах от достойной старости, начинаешь понимать, что не так уж мало человеку отпущено. Перед вами Толстый, он же Пузан, он же Барабашевский, он же Шланг, он же Л-03М. Самый харизматичный и самый всемирно известный из амурских леопардов. Если вы смотрите любой сюжет об амурских леопардах на любом российском телеканале и видите там кадры дикого зверя, будьте уверены, вы смотрите на Толстого. Потому что других кадров амурского леопарда в дикой природе у России на сегодняшний день просто-напросто нет. Пока нет. 20 лет совершенно добровольно этот зверь позволял избранным особо терпеливым кинооператорам и фотографам снимать себя. А нынче, в 2013 году, за время ежегодного фотоучета, актер впервые не зафиксирован ни одной фотоловушкой. И вроде бы давно к этому были готовы. И вроде бы нет причин устраивать трагедию. 20 лет для леопарда – это 99 лет пересчете на человеческую жизнь. Не от браконьерской пули, не от китайского самострела. Закономерный и неизбежный уход из жизни по глубокой старости. Но все же. Итак, бандиту понадобилось среди бела дня посреди заповедника расстрелять в клетке беззащитную Люси, жизнь которой уже расписывали по минутам зарубежные зоопарки, чтобы специалисты запланировали, наконец, международный форум по проблемам спасения леопарда. И Бог даст, уйдет таки к Ельцину петиции от всего форума, и Дума даст, родится федеральное уложение, и дядя Сэм даст, будут деньги, Люси умерла, да здравствует Люси, но черт возьми, неужто мы, приморцы, не можем взяться за это дело сами, ведь леопард, он от Москвы с Вашингтоном далеко. А зверь-то нашинский. Когда на пленке студии «Зов тайги» появились первые секунды из жизни этого леопарда, мы с главным оператором Геннадием Шаликовым искренне верили, наивные, что это мы перехитрили зверя. Верили, что мы самые крутые, что сидим мы в палатке на сучке совершенно бесшумно, абсолютно не пахнем и снимаем его интимную жизнь скрытой камерой. Но шли годы, и постепенно в нас зрела страшная догадка. Это не мы перехитрили леопарда. Это Толстый нас перехитрил. Он с первых секунд знал о том, что в шуршащей на ветру палатке неуклюже прячется неимоверно громкий и вонючий оператор. Но леопард верил, что он самый крутой, что ни один мускул на его морде не выдает его знания о содержимом палатки, и что эти глупые люди на сучке никогда не догадаются, что он догадывается о них. Но тем не менее, камера, похрустывая замороженными шестеренками, записывала кадры настоящего леопарда в настоящей дикой природе. И постепенно на съемочную площадку заповедника «Кедровая Падь» потянулись наши зарубежные коллеги. Оранига 떠나면 표범이 돌아옵니다. Пёбом은 자신의 영역 안으로 호랑이가 들어오면 피했다가 호랑이가 떠난 것을 확인하고서야 돌아옵니다. Thank you.
Однако после первых восторгов встала перед нами во весь рост одна серьезная проблема. Толстый не взлюбил сниматься при солнечном свете. Приходил-то он в студию еще засветло, но спокойно восседал на дальней скале, философски наблюдая, как птичья мелочь пирует в его столовой, и лишь дождавшись сумерек, спускался вниз под прицел объектива. Мы, конечно, использовали всякие приспособления для ночной съемки, но рябая бесцветная картинка нас просто убивала. Вот и решили мы, однажды доведенные до отчаяния, рискнуть и выставить в нашей таежной студии нормальный свет. Собственно, делов-то, если раньше приходилось таскать на горбу только аппаратуру и приманку, то сейчас придется затаскивать на скалу еще и свежезаряженный автомобильный аккумулятор. Не могу сказать, что наше нововведение Толстому понравилось. Скажу больше, свет его явно раздражал, но он ведь был уверен, что в состоянии перехитрить этих глупых людей на дереве, и сделал вид, что никаких перемен не заметил. С этого революционного момента наше сотрудничество вышло на совсем другой уровень. Появилась, наконец, возможность хоть чего-нибудь из снятого смонтировать. Позвольте вам представить кинозвезду 5 документальных фильмов. Красотой и упитанностью этого зверя любовались телезрители Англии, Японии и Кореи. В первый год фотоучетов он снова был занят на съемках очередного фильма, поэтому еле успел сбегать со съемочной площадки и пару раз сфотографироваться для науки. Своим охотничьим участком этот самец, которого японские кинематографисты назвали Пузан, а сотрудники заповедника «Кедровая пать» именуют Толстым, владеет не менее 7 лет, и простираются его владения от верховья Барабашевки до полуострова Песчаный. Заповедник – лишь малая часть его владений. Но он был здесь частым гостем, потому что здесь жила мать его детей. Легко ли работать с кинозвездой мировой известности? И да, и нет. Толстый в любой момент мог покинуть студию по одному ему известной причине. Или демонстративно уйти за скалу и всю ночь невидимо шуршать там, доводя оператора до белого коленя. Но иногда он сам выбирал новые точки съемки или новые монументальные позы, а порой просто начинал импровизировать. И в эти мгновения мы ему прощали все. На этом крошечном, но единственном в своем роде островке уцелевшей дикой тайги нашли убежище забытые временем лиановые хвойно-широколиственные леса. Здесь звонкие воды кристально чистых ключей уносят песчинки золота в Тихий океан. Краснокнижные дикие пчелы строят здесь соты в краснокнижных деревьях. Краснокнижные летучие мыши ловят краснокнижных бабочек, а банальный гальян питается икрой самого загадочного лосося – зимы. Здесь медведи, как птицы, гнездятся в дупла гигантских тополей. Лесные коты питаются добычей более крупных собратьев, и даже бурундуки не прочь отведать мясо. А по ночам с каменных россыпей спускается в долину реки Кедровой легендарный лесной призрак – амурский леопард, именуемый у местных жителей барсом. Единственный подвид мировой семьи леопардов, научившийся жить в глубоких снегах. Тот, кто попал сюда и сумел разглядеть все это собственными глазами, меняется навсегда. Это история о последнем рубеже древнего мира нетронутой природы, о неразгаданном и таинственном царстве амурского леопарда, леопарда с мудрыми серыми глазами.
Днем мы с Геннадием Шаликовым упражнялись в тяжелой атлетике, а по ночам нас терзали смутные сомнения. Мы всерьез опасались, не испортим ли мы гордого дикого зверя, не превратим ли его в беспомощную жертву супермаркета и жалкого сборщика подачек, не забросит ли он свои звериные обязанности, навеки поселившись в съемочной студии. Однако Толстый развеял все наши сомнения. Отработав пару ночей на площадке, он исчезал по своим делам на пару недель, а то и на месяц. Он метил границы своих обширных владений, встречался как минимум с тремя самками, и там, за пределами нашей таежной студии, он оставался самым осторожным леопардом-невидимкой. А мы с титаническим терпением ждали его возвращения, как ждет жена своего мужа-солдата. И он неожиданно, без предупреждения, являлся на побывку. То в снег, то в проливной дождь. И крайне изумлялся, если ко встрече с ним мы оказывались не готовы. В 26 километрах по прямой от здания администрации Приморского края, морозной лунной ночью, самка леопарда благосклонно приняла ухаживание мощного красивого самца. Она охотилась вместе с ним. Делила с ним последний кусок мяса. Через 3 месяца, обходя дозором свои обширные владения, кавалер заглянул в знакомый распадок и был шокирован оказанным ему приемом. Он явно озадачен и не может понять, в чем причина столь радикальных перемен поведения подруги. От былого гостеприимства не осталось и следа. Нет никаких сомнений, теперь ему недвусмысленно указывают на дверь. Ярость хозяйки такова, что кавалер предпочитает не рисковать здоровьем и безропотно удалиться. А причина, по которой самец изгнан из владения самки, вот она. На свет появился новый член гордого племени дальневосточных леопардов. Постепенно, с годами, сложились требования звезды к условиям в студии. Комфортно наш актер себя чувствовал только в неприступных скалах. И чтобы рядом была укромная пещерка, и чтоб 3-4 пути незаметного отступления. Эти условия мы много лет мучительно выполняли. Для достижения разнообразия картинки мы постоянно переезжали с одной каменной россыпи на другую, строили новые лабазы, меняли схему студийного света. Но все камни на южном склоне реки Кедровой похожи друг на друга. И в конце концов любимые каменные джунгли Толстого нам вконец осточертели. И тогда мы пошли на самую большую дерзость. Традиционно все лабазы располагаются на южном склоне. А мы решили попробовать спустить зверя в пойму и снять его прямо посреди журчащей речки на фоне настоящего белого снега. Нам пришлось мерзнуть почти месяц, прежде чем Толстый соизволил осмотреть новую съемочную площадку. Результат осмотра оказался ужаснее всех наших опасений. Звезде студия не просто не понравилась. Звезда была глубоко возмущена самой попыткой вытащить ее на открытое место в пойму реки. Звезда обнаружила полное отсутствие укромной пещеры за спиной. Этой лунной ночью Толстый практически разорвал контракт с зовом тайги, швырнул клочки в лицо оператору и удалился навсегда, громко хлопнув дверью. Прошел еще целый месяц, прежде чем нам удалось уговорить звезду вернуться. Thank you.
Больше ни мы, ни он уже не пытались перехитрить друг друга. Наступила эпоха взаимного доверия. И когда немцы решили снимать самый дорогой, самый красочный, самый обворожительный сериал о нетронутой природе России, который потом победно облетел весь мир, прочно поселился на каналах National Geographic и Animal Planet, а после этого попал на первый канал России, авторы сериала не смогли устоять перед кадрами нашего Толстого. Ночные жители тайги, белки-летяги, забеспокоились. Их спугнул самец дальневосточного леопарда. Это самый редкий на Земле представитель семейства кошачьих. В мире осталось всего около 40 особей этого хищника. Обитает он только на юго-западе Приморского края. Самец леопарда только что убил оленя. Съесть всю тушу сразу он не может. Придется зарыть ее и возвращаться к добыче до тех пор, пока от нее ничего не останется. Насытившись, леопард словно привидение растворяется в темноте. А в 17 лет, то есть будучи убеленным сединой стариком, Толстый в очередной раз удивил нас. Фотокапкан, включенный в режим съемки видео, запечатлел Толстого с дамой. А надо заметить, что взрослые леопарды разного пола могут дружно прогуливаться рука об руку только в одном случае – в случае наступления их кошачьей свадьбы. Поведение юной леди, которая при наличии вокруг стольких молодых самцов выбрала себе папика, годящегося ей в дедушки, нас не удивило. Такое и среди людей бывает. А вот то, что старина Толстый в свои преклонные лета еще способен производить потомство, не могло не порадовать. Впрочем, старик Толстый не только в очередной раз стал родителем, но и успел поучаствовать в воспитании своих отпрысков. И уж не нам, людям, судить, насколько педагогичным оказался его индивидуальный подход к детям и внукам. Те, кто знал Толстого лично, за годы его жизни успели многое.
Главный леопардовец страны Дмитрий Пекунов защитил докторскую. Директор амурского филиала Всемирного фонда дикой природы получил звание заслуженного эколога России. Павел Фоменко был провозглашен героем планеты по версии журнала Life. Отец и сын Арамилевы защитили кандидатские. Кандидатом наук стал и Алексей Костыря. Оператор, снявший первые кадры Толстого, Геннадий Шаликов, избран председателем Союза кинематографистов Приморья. Анатолий Белов получил золотую медаль из рук герцога Эдинбургского. Сергей Соколов подвергся нападению тигра, чудом выжил и усилием воли смог вернуться в строй. Алена Салманова выросла до заместителя директора земли леопарда. Сергей Иванов, взявший на себя личную ответственность за судьбу леопарда, ныне руководитель администрации президента. А вот лучшие друзья нашего актера, Виктор Каркишко и Александр Заев, ушли из жизни раньше него. Когда Толстый вступил во владение своими землями, под строгой государственной охраной находилось меньше трети его личного охотничьего участка. А Всемирный фонд дикой природы только начинал лелеять мечту о единой, крупной федеральной охраняемой территории, гарантирующей защиту ядра популяции леопарда. Эта несбыточная мечта осуществилась при жизни актера. Создан национальный парк «Земля леопарда». И давайте признаем, Толстый основательно приложил к этому государственному свершению свою когтистую лапу. И сегодня мы знаем в лицо больше половины всех дальневосточных леопардов, ныне живущих на земном шаре. Вот, например, старина Толстый. Он собирается побить рекорд долгожительства дальневосточных леопардов в дикой природе. Он намерен, причем очень серьезно намерен, прожить как минимум 20 лет, сейчас ему 19. Но на его охотничий участок уже метит другой самец. Пока молодой, но уже очень азартный. И если пока Толстому еще удается одним своим видом прогнать из своих владений конкурента, то что будет через 2-3 года? Мы знаем, что будет через 2-3 года. У этих владений будет новый хозяин. Похоже, вот это он и есть новый хозяин. По крайней мере, он точно один из реальных претендентов на владение Толстого. Потому что в нынешний сезон фотоучетов именно этот самец азартно фотографировался на всех фотоловушках вместо Толстого. Но это еще вовсе не означает, что он прямой наследник. У него есть как минимум два серьезных конкурента, которые непременно повоюют за самые лучшие охотничьи угодья. Мы долго решали, показывать или не показывать последние кадры Толстого. Старик после 18 лет сильно сдал. В этом спотыкающемся дряхлом леопарде очень трудно узнать былого мачо, мечту всех окрестных леопардес. В мире леопардов нет уважения к сединам, нет почитания старейшин и не предусмотрены пенсионные льготы. Так что ни на какое снисхождение со стороны молодняка, им же воспитанного, старику рассчитывать не приходилось. О чем думал он, устало восседая на своей скале? Понимал ли актер, что посвятил свою большую жизнь великой миссии достучаться от имени племени амурских леопардов до сознания людей? Не знаю. Его ведь не приглашали на личные встречи с Сергеем Ивановым и не предлагали контрамарок на международные кинофестивали. Но зачем-то же он приходил все эти годы на съемочную площадку. И уж точно не за куском мороженого мяса этот великий охотник соглашался сниматься в кино. Смейтесь надо мной сколько хотите, господа специалисты по поведению животных, но был у этого зверя какой-то свой, совсем не меркантильный интерес. Я понимаю, что это глупо и по-детски, но все ж ничего с собой поделать не могу. Очень хочется верить, что вдруг в следующем году среди фотоловушечных снимков мелькнет знакомая морда.
Морда великого актера, с которой я имел честь проработать в одной команде 20 долгих лет.